Именно поэтому я почти месяц не снимал на Боброграде. Каждый раз новый каст, главный герой. С момента последней проверки администрации прошло уже больше месяца. И вы, наверное, справедливо задаетесь вопросом, а что же такого изменилось? Проверка админов — это как раз инициация зрителя в то, как делать не нужно. По традиции, вступление к проверкам либо слишком пафосное, либо уже ставит ваши мысли на нужный локомотив, либо просто готовит вас к тому, что будет в ролике. Я бы был грандиозным балаболом, если бы сказал, что в этот раз все будет иначе. Но изменения все-таки будут. Токсичность никуда не денется, но она будет теперь появляться там, где я посчитаю ее необходимой, но ее не будет слишком много. А теперь давайте начнем с азов. Что для вас значат подобные ролики? Возможность лучше узнать правила ради того, чтобы лавировать во время дискуссии с админом и избежать наказания? Или наоборот? Наоборот, легко выявлять первый тип людей, быстро ставить их на место, затем лишать привилегий и пресекать бедлам среди администрации? В комментарии отвечать не обязательно, дайте ответ себе сами. А пока я представлю вам 19-ю проверку администрации на своем сервере Боброград. IP и группу сервера вы найдете в описании, а теперь нам пора. Кто-то нарвался на проверку. К стене. К стене. Я домой. Показывай, где дом. Дом, окей. Нет, тут дома нету, иди сюда. Сюда иди, выходи. Ну пойдем тогда так, если тебе... Богданчик? Это не... А, вот это твой дом разве? Давай посмотрим. Да, давай дом. Посмотрим. Давай. Нет. Богданчик, нет. Это не его дом, это не его дом. Это мой дом, алло, это мой дом. Алло, за что? Что не отдыхал? Богданчик. Скажи мне. Все, ты будешь арестован за то, что ты не был дома во время кача. Ты при мне хотел купить дом. Я дома, алло, я домой шел. Ты при мне хотел купить дом. Да стой, не арестовывай, пожалуйста, я только приехал. Богданчик. Какой нахуй Богданчик, иди работай. Стоп, скины на оружие? А, на ножи. Странная хата, ну ладно. Давай. Остановитесь к стене. Будьте арестованы за то, что не дома во время кача. Хозяин этого дома. Ну. Нахуй. Тогда позвольте мне выйти. Почему? Как вы вообще оказались в моем доме? Оказался я следующим образом. У вас были полностью выбиты все двери вскрытые, а также сломаны кодовые замки. Чего? А зачем вы шли в мой дом, если у вас ни ордера, ничего? То, что у меня все открыто. Это не дает возможности сюда заходить. Сейчас серьезно будешь пытаться за это качать меня? Я полицейский, заподозрил то, что тут было совершено ограбление. Возможно, рейд, может быть, тут что, кто-то был. Что вы заподозрили? А, действительно, вам ничего такого. Не действительно, в этом нет ничего такого. Открой мне двери все. Вы проникли в чужую собственную территорию. Имею право на права. Блять, возьми на мусоров. Нет, не имейте. Открой мне дверь, да, я выйду. То есть это теперь моя хата, правильно понимаю? Я дал свой вызов. Слушай, ты полицию вызвал, да? Мне вот поступил вызов от тебя. А кому будут больше верить? Запертому полицейскому, который сказал о том, что его пытаются взять заложники? Или же какому-то гражданскому? Еще включает права то, что видели, что он на госструктуре может спокойно пройти в мою квартиру. Нет. Не моя собственность, и хрен зверя это делает.
А может быть меня выпустит кто-нибудь? Я об этом ничего такого не говорил вообще. Вот этот полицейский. Меня в заложники он хотел взять. Он вызывал уже сюда своих друзей по телефону, вызванивал. Оружие убрал. Оружие. Да, правда? Убери оружие. Пусть мне об этом как раз таки говорит шеф полиции. Оружие убери. Человек, профессия которого находится на одном ранге со мной, не имеет права мне отдавать какие-то приказы или же угрожать чем-либо. В реальной жизни сотрудник с таким же званием, как у другого своего сослуживца, не будет отдавать ему приказы, а здесь же это означает, что нарушено правило НРП с его стороны. С другой же стороны, они подсели на измену из-за того, что тут находится полицейский с оружием. Они думали, что я маньяк или же какой-нибудь киллер под маскировкой. А эти сомнения я сразу же с самого начала взял и развеял. Оружие уберите, говорю. Ты IQ-милиционер, убирай. Который будет не указывать, убирай, правильно оружие. Понимаю? Оружие убирай. Ты убери оружие. Убери оружие, серьезно. Два. Так, ну КГБ, я уже могу послушаться. Есть БГ генерал, может что? А тебя не смущает, что на тебя заставляют 4 пушки? Независимо, полицейский, не полицейский. Тебе не смущает оружие. Ну да, убирай это оружие. Да, закрой пиздак свой, господи. Вот, все в порядке. А, то есть еще ты меня оскорбляешь. Я тебе ебало да? сломаю из-за не того, что ты пытался тебе. Меня взять в заложники, угрожать. Значит, челик с самого начала не хотел себя адекватно вести во время этого якобы РП в кавычках, и на любое мое адекватное объяснение или же довод, почему я тут оказался, он просто отвечал «и что?». Если не помните, то перемотайте назад. Неадекватное поведение — это не только когда вы начинаете крыть все вокруг хуями, орать или же просто беситься с нихера. А тут он вдруг, видите ли, удивляется, бедолага, потому что ему посмели заткнуть рот, когда он встрял в разговор нескольких полицейских на вызове. Там стоит генерал СБГ, а также КГБшник. Вот им я могу вполне себе подчиняться. Это достаточно весомые профессии, но дебил на IQ-милиционере продолжает отдавать мне приказы непонятно зачем. Вас не смущает, что мужчина, у вас сотрудник вы угрожает? Вы понимаете, что вы сейчас... Да, вы угрожаете какому-то человеку. Подайте это вообще... Ну, это ненормально. То есть я угрожаю. Кстати, у меня бодикамера все записывает. У меня бодикамера все записывает. Вы бодикамера, да? Пускай меня отсюда. Да сами сюда... Да, бодикамера. Всегда при мне. А что тут, ребят, происходит? Бодикамера на обычном гражданине, ну ладно. Ну да, это как-то странно будет. Так вот, меня кто-то послушает. Зачем ты проник? Или же вы будете покупал. Просто спамить у зачем ты проник? Ладно. Зачем ты проник на чужую? Дверь открыта. Убери оружие, это не ясно, зачем ты его достаешь? Тебе разрешали его доставать? А ты что, мне разрешение будешь выдавать? Пошел нахуй! Человек. Пошел нахуй, я тебе еще раз говорю. Разрешение ты мне еще будешь выдавать. Послушай, тебя угрожают. Тебя... Пошел нахуй, сука, я не угрожаю, с тобой разговариваю. Чем? Ты достаешь оружие. Я не буду тебя ты слушаться, я слушаюсь КГБшника, но точно не тебя. Да, ты сейчас отлетишь, вот что. Да, отлетишь, попизди. Баран стабильно упирается в нарушение правила НРП. Он постоянно отдает мне приказы, хотя делать он этого не может. Я могу его спокойно, абсолютно обоснованно не слушаться, вне зависимости от того, сколько людей мне угрожают. Аргумент по этому поводу вы услышите немного потом. Но вдобавок к НРП он уже нарушил правила метагейминг, и того у него уже два нарушения. Вот эти фразы о том, что ты сейчас отлетишь, это уже переход в НРП формат общения. А это все-таки метагейминг. Запоминайте. Ну, предлагаю его к мэру везти. Там уже будем решать, что делать. А в чем, собственно, дело? Мне кажется, из-за некомпетентности. Если человек оружие не убирает... Вы мне можете нормально объяснить, что вы от меня конкретно хотите, или вы просто спамите какие-то, не знаю, войс-сообщения между собой? Типа, вы пришли ко мне, я нахуй с тобой не разговариваю, блядь. Я не разговариваю нахуй с тобой, закрой нахуй свой спермоприемник, тварь. Итак, ребят. А поскольку долбоеба забрали куда-то, вы мне можете нормально объяснить, что происходит? Оружием, он за полицейского. У меня РП-процесс. Он проникает, короче... Не РП-процесс. Тут у тебя РП-процесс. Не РП-процесс. Ты там нарушаешь... Не РП-процесс, не перебивай меня, не открывай свой рот. Я жалобу подал. Я жалобу подал. Ну, сиди, жалуйся, у меня РП-процесс. Спасибо, ребята. Ребят, еще раз, давайте обозначим, что произошло. А был комендантский час ведь только что. Я иду по этому как раз таки, по отелю осматриваю. Одного человека посадил за то, что он не дома в КЧ. Далее, я поднимаюсь на этаж выше, вижу квартиру открытую. Полностью все открыто, как, ну знаете, странновато. Захожу, прохожу, вижу, все просто вскрыли,
и кодовые замки, и все остальное. И я зашел сюда буквально на несколько секунд. В итоге сюда как раз-таки заходит, как я понял, хозяин. Я у него уточнил, говорю, вы хозяин? Он говорит, да. И начинает меня расспрашивать насчет того, почему же я все-таки пришел к нему домой. Я говорю, ну, комендантский час почему мне показалось подозрительным. А, комчас был, по-твоему, без проблем. Только его уже не было. Он тут, Ну так я же зашел под конец комендантского часа. Или ты меня не слушаешь? Если ты не слушаешь ты говоришь, меня. Нет, если ты не слушаешь, то не нужно мне мешать рассказывать госсотрудникам. Окей? Он начал меня, получается, раскачивать за то, что вы не имеете права. Я говорю, я как госсотрудник, я заподозрил то, что здесь, возможно, было ограбление или же рейд, и мне нужно было удостовериться, что здесь все в порядке, нету никаких ни убитых, ни так далее. Ну, это очевидно. Иначе зачем я служу в полиции и пытаюсь заботиться о безопасности наших граждан? В ответ на это он берет, вызывает как раз-таки наряд полиции и обыгрывает это так, то что вот я к нему такой вот негодяй, понимаете, пробрался в квартиру и не хочу выходить. Я говорю, ну я ничего подозрительного не заметил. И в итоге говорю, ну... Откройте дверь, дайте я выйду и пойду по своим делам. Будь я каким-то сумасшедшим, не знаю, маньяком, серийным убийцей, я бы его через эти решетки бы спокойно бы, во-первых, смог расстрелять. Если именно так и было, то здесь ничего противоправного нет. Но а я не сделал ничего смотрите, такого, я человеку не угрожал. Нет, я не делал ничего такого, что могло бы вызвать у него такую реакцию. Знаете, в чем тут проблема? Товарищ КГБ, а теперь к вам вот такой вот будет огромная претензия по поводу него. Он говорит то, что он зашел, было все открыто. Ну какого хуя ты тогда просто не вышел? Если все и так было открыто, на секундочку. Я зашел, я осматривал квартиру. Мне было странно. Ты меня слушаешь? Нет, если у тебя уши не работают, то сходи к лору, пожалуйста, в ближайшую больницу. Проверься там. Если у тебя с ушами проблема, то я здесь никак не замешан. Я уже объяснил все конкретному человеку. Старше меня по званию, а именно КГБшнику. Если КГБшник ничего такого не видит в моих действиях, то я, наверное, могу идти по своим делам. Нет, ты так и не ответил на мой вопрос, меня просто тут выше силы забрали. Я не хочу и не имею желания отвечать на твои вопросы. Ты на меня вызвал полицию, выставил меня в том свете. В данный момент это сейчас уже место преступления, потому что ты запер и попытался, скорее всего, это выглядит как похищение госсотрудника при исполнении. На мне форма, на мне погоны, при мне все мое табельное оружие, помимо этого оборудования и снаряжения полицейское, ты человека при исполнении взял и нам намеренно закрыл, понимаешь, у себя в квартире. Держите, пожалуйста, их на прицеле, дайте пройти, пожалуйста, к этому гражданскому. Вы будете арестованы за оскорбление госсотрудника при исполнении. Это не оскорбление, это был вопрос к нему. Не, идиот, это уже оскорбление. Все. Идиот, он задал вопрос, ты идиот или нет? Или ты идиот, или ты человек? Это, ну, это ладно, намекающий херс. Вопрос, это намекающий это вопрос. Намекающий. Нет, он это говорит, типа, проснись, ты обостро, но я не думаю, то, что это очень адекватно. Если вы хотите дальше насчет этого разбираться, я буду одну и ту же версию рассказывать, потому что, ну, оно так и было. Окей. Ну, товарищ... Мы можем просто спокойно выйти отсюда, и вы дальше будете продолжать жить свою жизнь. Ну, если вы не будете нарушать закон. Там был ничего не было совершено. Ну товарищ, все, значит, я тогда иду по своим делам, ребят. Всего доброго, хорошей службы. Единственное, что я увидел и услышал, это то, что никак вот не всех с его стороны, и все. Милиционера. Ну что, меня теперь забирают, нет? Короче, у тебя ПРП получается, нон-РП. И еще нарушение правил обыска. Квартиры. Что? А как вы это без меня и без моей версии выяснили? Это я тебе говорю, мы не выясняли. Мне ты вообще, говорил, что у тебя если мне будет важно, видно. Что ты будешь говорить, я тебя обязательно об этом спрошу, окей? Я сейчас в данный момент хочу узнать тебя, у администратора. Я это говорю. Говори, нет, что хочешь, но... Смотри, говори, что хочешь, но не включай при этом микрофон. Помолчи, помолчи. Потому что моя жалоба, я еще не объяснял ситуацию. Теперь то ты есть ты всю эту, не включаешь ты микрофон. Все это время ты страдал хуйней, я тебя правильно понимаю, вместо того, чтобы объяснить ситуацию, да? Нет, это тебя почему-то вернули в РП-процесс, которого не было, где ты нарушал множество правил. Ну, как бы РП-процесс закончился, и он закончился очень даже хорошо. Не было процесса, там абсолютно нон-РП-шный процесс. Ты нарушал там кучу правил, это не нужно. Ну, конечно. Так вот, в чем дело-то? Смотри, я объясняю ситуацию. Сначала расскажет. А, ну давай.
Приходит вызов от хозяина квартиры, что к нему пробрался в дом, получается, полицейский и все такое. Ли, там действительно стоит полицейский в его доме с оружием. Мы все заходим, говорим ему четыре человека, мы ему говорим убрать оружие. Он на четыре человека говорит: нет, я ничего делать не буду, мне вообще все равно, я убирать оружие не собираюсь. Нарушение правила помехи разборкам путем ввода в заблуждение. Он выставил меня в том свете, мол, я вообще отказался что-либо отыгрывать и просто стоял с оружием, никого не слушая. Но нет, я сказал то, что я буду слушать человека, который ПРП по званию старше меня, но точно не IQ полицейского. Вообще, со стороны это может показаться ебучим цирком, потому что как только я пришел на жалобу после РПшки, я уже понял, что меня хотят натурально слить, но очень и очень неумело. Как я это понял? Очень легко. Мне с самого начала предъявляют уже кучу нарушений, а там уже это в сумме, знаете что, это МРБ. Обман. Это, грубо говоря, так-то вон там другие, может, слова говорил, но неважно. В смысле, не важно. Ну, потому что я не могу повторить все ПСО. Я что, по-твоему, все помню? Да, собирай факты и повторяй жалобу. Не перебивай меня, пожалуйста, я тебе сказал, что я сейчас разговариваю, ты меня перебиваешь. Давай. Так, дальше. У него, получается, он проникает в дом без обыска, без ничего, один, без приглашения. У него нарушение, получается, правил обыска. Приветствую на вашу жалобу. Я на жалобе уже, подождите. Как все было? Я на жалобе уже. Куда ты пошел? Я сейчас тебя отправлю еще обратно. Сам я не уходи, говорю. Я на жалобе говорю, блядь. Ну, также за полицейского он начинает на других полицейских быковать, говорить, типа, я не буду вас слушаться, мне особенно говорить, типа... На первый раз я, как и вы, 100% тоже думал, что он просто оговорился. Но нет, блядь, он реально хочет выставить меня в том свете, что я просто вообще все правила мира нарушил, и меня реально нужно забанить сразу. Далее, просто внимание, решение администратора без выслушивания обеих сторон, а всего лишь одной. Ты обычный, типа, IQ-милиционер, а ты необычный. Он не слушает нас, вообще ничего не делает. Под себя не как полицейский, абсолютно. Фир РП у него есть, получается? Да-да-да. Нон-РП, в чем оно заключалось? Он за полицейского проникает в дом, нас не слушает вообще. В чем заключается это его роль в милиционере? Это будет правило обыска, то, что он без обыска. Так почему полицейский проникает в дом и зашел? Ничего не делает? Тебя приглашали или ты ордер брал? Он закончил разговор или нет? Да, так говорит. Приходит туда полиция. Несколько человек. Ну, как бы, все то же самое почти, что он и говорил. Начинается какой-то срач, несколько человек подряд что-то вкидывают в голосовой чат, и, ну, я как-то особо не понимаю, что происходит. А среди них был то ли генерал СБГ, то ли еще кто-то, потом IQ, полицейский, и также был КГБш. А, ну, как-то странно, чтобы мне отдавал приказы такой же полицейский, как и я. Если бы это был глава полиции, или же КГБ, или же мэр, ну, я бы, возможно, его и послушался бы. Но чел себя на профессии IQ полицейского возомнил, не знаю, ну, чуть ли не главой всей полиции города. Он начал отдавать приказы, которые он совершенно не должен был отдавать. Там, убрать оружие и так. А я бы понял, если бы я был каким-то маньяком, ну, да, их четверо человек, надо их послушаться, а если их пять, то тем более. С какой стати я должен бояться таких же сослуживцев, как и я? Я также выполняю свою работу, я также заступил на службу и, возможно, мог бы расследовать какое-то дело, если бы там кого-то реально пристрелили. С каких пор я должен бояться моих сотрудников? За мной что, 4 маньяка пришло? Или же меня в заложники берут 5 бандитов, которых я должен бояться? Я же все это время пытался, как раз таки, как только они пришли, говорить: ребят, тут вот такая неувязка вышла. Очень не очень прикольно получилось. Давайте-ка я вам объясню все. Вы меня послушай. И мы, возможно, разойдемся, если ни у кого претензий не будет. В данный момент я пытался это объяснить КГБшнику. Зачем ты головой виляешь, типа намекая на то, что это не так было? По-твоему, там не было срача? По-твоему, ты не спамил в микрофон, из-за чего я не мог понять, что от меня хотят? Мне же никто слова не дал сказать, пока тебя нахуй на жалобу не забрали. Ну, камон. Все, да? Ты, я думаю, закончил. Ты уже повторяешься просто несколько раз. Нет, я не повторяюсь несколько раз.
Ты за меня не будешь решать, закончил я или нет. Смотри, дальше... Я еще не закончил. Ты будешь бесконечно... Если ты будешь дальше продолжать что-то говорить наперекор мне, то у тебя выйдет помеха разборкам. Я тебя предупредил первый раз. Ты говоришь одно и то же просто. Все, у тебя помеха разборкам. Ты мешаешь мне рассказывать. Все, дальше. Вот вы сейчас скажете, да ты охуевший, сука. Ты ему взял, приписал помеху разборкам. Ну, ребят, извините меня, но какая бы хуйня его версия ни была, я ее послушал и начал потом рассказывать свою. Зачем он влезает и говорит о том, что я закончил, если я этого не говорил сам? Я не понимаю. Я его предупредил, что будет помеха. Он на эту помеху повелся. Молодец, что сказать. Причем жалоба в таком формате с ним проходит уже не первый раз. Ребят, демки нет, доказать не смогу, просто из памяти. Просто бывает очень часто, когда он подает на кого-то ЖБ, и чел, на которого он подал ЖБ, начинает говорить что-то такое, что может выставить его не в том свете, он тут же начинает за человека решать, закончил он говорить или же не закончил. Так и тут, как только я сказал о том, что он мешал мне проводить этот РП-процесс своим спамом «убери оружие» и отдачи приказов, которых он не должен был отдавать, он тут же захотел, чтобы я закончил свою версию и сделал все, чтобы получить помеху разборкам. Условились на этом. Так вот, его забирают на жалобу после того, как он мне начал угрожать, не имея для этого никакой абсолютно почвы. Я пытался наладить контакт с КГБшник и объяснить все ему. Но челик просто берет и перекрикивает там лицом к стене там, или же уберите оружие, убери оружие, тебе несколько человек говорят, ты вот нахуй сейчас отлетишь, ну и все в таком духе. Но я ему ответил как раз таки на это в той форме, которую он заслуживает, как я считаю, потому что, ну, мне не имеют права указывать такой же по равноценности сотрудник, как и я. Если это был бы, опять же, глава каких-то госорганов, в том случае КГБшник, то да, да. Не ослушался, получил бы пизды. Но у меня не было каких-то поводов их всех бояться. Я, наоборот, пытался на конфликт никого не вытягивать и объяснить, в чем дело. Так вот, его забрали, и я объяснил все КГБшнику. КГБшника это все устроило. Он говорит, ну, если это было реально так, то ты ни в чем особо и не виноват. Челик, который как раз пришел и вызвал на меня полицию, он пытался напиздеть ментам о том, то, что вот у меня боди-камера, боди-камера, я у него спрашиваю, Влок, а ты отыграл боди-камеру? После этого он сразу урылся. Итог такой. Я в ходе разговора вот этого челика арестнул за оскорбление полицейского. И на этом наш микроконфликт закончился, и я ушел оттуда, ну, со спокойной душой. Мы когда пришли, он нам заявлял то, что тот человек его решил взять в заложники, то есть ты это решил сейчас умолчать, но это очень вещь. Ты нам говорил, что про заложники, ты из-за полицейского говорил нам неправду. Ты не отыграл, да, свою, допустим, роль. Ты должен был сказать, да, как... допустим. Зачем ты врал, что он тебя берет в заложники и прочее? Ну так, а он врал о том, то, что я ворвался к нему в квартиру. Так это ты ворвался ко мне в квартиру? Если ты ворвался. Я не ворвался в квартиру. Есть ведь. Пойми, что тебе, чтобы зайти в дом... решил. Даже если так, то со стороны РП, если вообще убрать нон-РП составляющую, то вообще все бы козыри были на моей стороне даже с таким объяснением. Сам подумай, кого будут слушать. Челика, у которого полицейский заперт в квартире, который сюда же также вызвал наряд. Или же челик, который запер полицейского, несмотря на попытку просто урегулировать конфликт и спокойно пойти по своим делам. Если ты реально думаешь, что будут слушать гражданского, то у меня для тебя очень плохие новости. Смотри, мы слушали гражданского, потому что... Да-да-да. У тебя ВМК есть? Да, у меня все есть. Давай, короче, заходи в дискотеку, так будет проще. Входим, говорим приказ сотруднику брать оружие для безопасности, потому что ты под... Мы приказываем. Неважно, кто ты, мы не знаем, ты настоящий сотрудник или нет. Так вот, о чем я говорил в самом начале. Они не знали, что я полицейский, или же маньяк, или же какой-нибудь киллер. Я взял это, доказал, то, что я реальный полицейский, показал снаряжение, но у челика все равно остались претензии. Ну, просто потому, что он хочет до кого-то доебаться. Он играет на рядовой профессии полицейского и отдает приказы такие, будто он шеф полиции. Когда ему все равно уже доказывают, что это настоящий полицейский, и ему объясняют грамотно то, что он не может отдавать такие приказы такому же менту, он все равно бесится и продолжает спамить voice chat. Ну что это за хуйня? Мы троем все приказывали, четвером даже, все тебе говорили убрать это. Ну, я не пойму, когда говорят мне просто орава людей, я хочу послушать одного человека, которого я могу по РП именно выслушать и ему подчиняться на основании того, какие у кого звания. Слушай, как раз таки РП, это как раз таки РП, а не жалоба. Под какой причиной ты отказался, с каким предлогом брать оружие? Я уже объяснил. Типа, я говорю, ты там
Что-то вы там мямлили, да, еще, да. Еще раз повтори. В смысле мямлили? Я тебе всю версию рассказал, а ты говоришь мямлили? Я что, не могу тебе повторить? Ну, я уже тебе рассказал. Ты хочешь демку пойти посмотреть? Сейчас уточняется вопрос по поводу FireRP, я тебе еще раз говорю. Ладно, демку посмотрим. Я тебе уже объяснил, у меня не было повода бояться таких же сослуживцев, как и я. Под каким предлогом ты отказывался убить оружие? Наверное, под предлогом того, что я не понимал, что от меня хотят, потому что там пиздят несколько человек подряд, и еще один начинает на меня жаловаться в этот момент. Что тебе говорили? Возможно, ты на демке это поймешь. Все, короче, в дискорде мы. Ну сначала тебе IQ милиционер сказал. Я не буду слушаться IQ милиционера, в этом-то и прикол. Он мне никто, чтобы я слушался его приказа. На тебя наставлено 4 пушки, а если это человек под прикрытием? Там, под маскировкой тот же самый. Если бы это был человек под прикрытием, он бы снял маску сразу же, как это сделал КГБшник. На данный момент он является АКИ-милиционером. Нет, а если бы это был именно не полицейский? Если бы это были бандиты под маскировкой? Что бандитов под маскировкой у нас тут, в принципе, не существует. Приказ. Так вот, ребята, они ушли смотреть демку. После просмотра они возвращаются и говорят мне, вот, мол, у тебя, дружок, пирожок, нон-РП и ПГ. Потом он меняет тут ПГ на ФРРП и так далее. У меня в этот момент встает резонный вопрос. Чем он, блядь, смотрел эту демку? Разве на ней не видно было то, что я не отказываюсь полностью убирать оружие? Я просто сказал о том, чтобы мне об этом сказал другой какой-то полицейский, который имеет надо мной вес. Разве администратор на этой демке не увидел нарушение нон-РП и МГ у того, кто подал на меня эту жалобу? Если не увидел, то реальный вопрос. Матвей, сука, чем ты реально смотрел эту демку? Или ты просто подумал, что вот, вокруг него столпилась куча людей обиженных, а также администраторы, которые не понимают, что делать, и ему, значит, тогда по-любому что-то нужно выписать. Он же по-любому что-то нарушил. ПГ и нон-РП у тебя будет. А в чем нон-РП? Ну это ответ, ну, данному человеку, как я понял, отвечал, эти ебало сейчас разобью. Ну, в общем, в этом роде все. Вот, да. Оскорблял. Полицейский так не... Ну, бля, поступать не будет. Ты сам подумай, полицейский, который... Как ты разъяснялся сам, вот, подумал пару убийств и так далее. Не будет говорить там... угрожать тем более человеку. Забегая вперед, скажу то, что это единственное мое нарушение, которое подтвердилось еще и высшей администрации. Других нарушений у меня попросту не было, а если и было, то просто притянуто за уши, чтобы меня слить. ПГ у тебя будет, потому что ты не слушался 3 человек. В смысле не слушался? Да. Ты демку смотрел? Ты демку ведь смотрел, ты видел то, что там творится? Демку два администратора тут смотрели. Первое предупреждение помехи разборкам. Смотрел демку, и там первое предупреждение помехи разборкам даю. Так вот. Да, лучше не. Ну смотри. Так вот, мой вердикт — это нарушение правил обыска будет. То есть ты только у меня нашел нарушение? Ну а какие еще нарушения? У них я не... Нон-РП, он, находясь на должности АКИ-милиционера, еще умудряется как-то приказывать другому такому же милиционеру, хотя он не находится на звании выше. И это что? Первое. Ну, действительно, и что? Ты опасен. Находится на звании выше. Он тебе приказывает. Ну, как приказывает? Он не может мне приказывать. На демке было видно, что он открыто мне приказывал. Там был генерал. Тогда пусть он приказывает. Генерал пусть приказывает СБГ. Он спокойно может тебе сказать. Пусть приказывает генерал СБГ всем остальным. Или же пусть мне приказывает глава полиции. То есть ты не хочешь сейчас дальше разбираться? Давай я тебе объясню. Ты сейчас будешь... Ты не хочешь дальше разобраться? Или тебя это не волнует? В чем разбираться? Ты закрываешь глаза на его нарушение? Я увидел. Какое нарушение? Ты это делаешь сейчас открыто? Нарушений. То, что он тебе... Но ты не даешь мне сказать. Ты меня перебиваешь и говоришь, что ты жалобу сейчас закроешь уже. Это я только что сказал, потому что ты меня перебиваешь. Ну так я пытаюсь тебе объяснить, и ты меня не хочешь слушать, и все. Я на демке все увидел, я тебе еще раз повторяю. Хорошо. Кодекс администрации, статья 2, первый пункт. У тебя уже нарушено. Дальше продолжать. Еще что-то будешь говорить? Нет. Ты угрожаешь сейчас администратору? Один из самых ярких примеров того, как чел пытается развести меня на нарушение правил об угрозах администрации, касаемо их снятия или же наказания. Если вам и после этого нужны доказательства того, что он просто натурально пытается слить челика, который ему чем-то во время игры не угодил, то я не знаю, о чем с вами говорить. Нет, я прямо говорю о том, что сейчас уже администратор нарушает помимо тебя и меня. Мне дальше продолжать, что ты будешь еще нарушать? А ты у нас создатель, да, наверное, или кулятор? Продолжай. Кулятор, да? Да. Ну давай сейчас посидишь, банчик. И все. Нет было ни у кого больше. Еще что ты будешь рассказывать? Нет. Ну тебя уже устраивает, да, что у тебя есть. Сейчас выдашь бан без разбора, ну, какого-то ты же хотел окончательного. Что-то. Я
посмотрю. Ну смотри, ему. Хорошо. Мне смысла дальше нет. У него нон-РП нарушено правило. Он не имеет права мне отдавать приказы, если он находится на такой же, как и я должен. Это должен делать только глава полиции или же какой-нибудь, не знаю, КГБ. Но тот, кто реально имеет вес над обычным полицейским. Далее. Во время разборок я уже при тебе давал предупреждение касаемо помехи разборкам. Он на это наплевал, и я... сразу сказал, мол, зафиксируйте этот момент, что у него уже есть тоже помеха разборкам. Это второе. Потом, когда он рассказывал свою версию, не полностью, он решил там... У тебя тоже имеется. Он решил сказать о том, то, что вот эта деталь там какая-то не важна, ну и все в таком духе. Это какой-то там, не знаю, ну, возможно, ввод в заблуждение. Нет, вот ты посмейся или ты сморкаешься? Окей, когда, смотри, вот заблуждение. Раз мы начали эту тему, когда, получается, ты объяснил ситуацию, ты не учел тот пункт, что ты людям то, что тебя брали в заложники и тому подобное. Да. Ты этого просто решил не говорить, получается. А это вот заблуждение. А меня об этом, во-первых, никто не спрашивал. Рассчитывать, как об этом также не шла речь. Ты объяснял ситуацию. Если ты рассказывал ситуацию и решил молчать в момент, где, ну, действительно, очень важная вещь. А насколько это была важная вещь? Если чел также откровенно врет, говоря то, что я ворвался в квартиру, то почему я не могу также врать? С точки зрения РП я был полностью прав. Зачем ты пытаешься строить из себя умного, просто зубря правила наизусть и перекрикивая челика? Мне не нужно ничего отвечать. Твой ответ это просто, ну... А зачем ты тогда это говоришь? Твой ответ это просто выдох. Я перебиваю, пусть. Учись. Твой... Еще одна помеха. Смотри. Разборкам. Умница, молодец. Нет, у меня помехи разборкам. А я его... Слушай, ты же понимаешь, чем ты дольше со мной сидишь, тем больше ты себе бан выбиваешь. Смотри, я тебе еще раз говорю, я сделал свой вердикт, но на РП я у него не увидел. У тебя будет эфир РП, у тебя на РП и нарушение правил обыска. На этом будет достаточно. Ну, я понял, то есть ты не хочешь разбираться с его нарушениями. Хорошо, выдавай бан, который я заслужил. Я уже разобрался. Как только речь зашла о том, что он нарушает правила кодекса, он решил меня послушать, но потом ему почему-то снова надоело, и он решил уже мне просто выдать бан и не марать дальше руки от нарушения другого человека. Этими действиями он нарушает сразу несколько пунктов правил администрации. Одно из них это кодекс, второе это правило наказаний, которое запрещает вам игнорировать само нарушение или же факты, достоверные этого нарушения. А как только он перестанет выгораживать этого челика и выдаст мне бан, то он тут же нарушит еще и третье правило админов касаемо наказаний, которые могут выдавать либо по причине того, чтобы испортить кому-то игровой процесс, или же по незнанию правил. Нет, ты не разобрался, ты даже не захотел слушать. Нормально, ты никак не вовлечен в процесс. Выдавай мне бан. Нет, выдавай мне бан, и мы дальше будем разговаривать уже по-другому. Меню. Давай. Это угроза сейчас была администрации. Нет, ты пытаешься очень странно пытаться докапываться до любого моего слова. Ты слить меня с сервака. Да нет. Да нет. Не-не-не, это так и есть. Ты какой слить? Ты веди себя адекватно и не Чел, ты залупнулся, понимаешь, на обычной профессии IQ-милиционера, на такого же обычного милиционера. И ты из этого пытаешься выжать максимум у меня нарушений, но уже у тебя две помехи разборкам. Что ты несешь? Ну тебя уже банят. Ну все. Хорошо, хорошо, меня уже банят. Ты оправдываешься передо мной и... Я не оправдываюсь, я тебе просто говорю о том, чего делать не стоило с твоей стороны. Что не стоило? Что не стоило? Но головой подумай, если у тебя хоть что-то там осталось, то делать так конкретно не стоит. Да все, хватит. Я понимаю, что ты сейчас, ну, на взводе, обижен на то, что тебя, ну, ты нарушил правила, их нашли, и... Я нисколько не против, я тебе только что говорил, пусть меня банят за мои нарушения. У меня претензия по другому поводу. Все. Это ты сейчас маскируешься под личину адекватности, мол, не просто прими это, да, зачем ты обижаешься. Ну ты нарушил. А я с этим не спорю, ты понимаешь? Другие не нарушали правила. Ну все, другие не нарушали, не было ни у кого. А это уже не тебе решать. Ничего не было. Это уже не тебе решать. Это мне уже решать, я тоже модератор, я знаю правила. Ты просто обычная донатная администрация, которая никакого отношения к официальной не имеет. Угу. Тогда ты просто юзер, который тоже никакого отношения не имеет. Я это прекрасно понимаю, я не строю из себя хуй пойми кого, имея модератор. В данной жалобе ты подающий. Ты не решаешь? Ну вот я о том и говорю, знаю, ты просто решаю. Человек, который пожаловался. Решает здесь администратор. Он решил меня забанить, пусть банят. Это я и говорю, просто прими, что тебя забанят. Я не буду слушать, ни у кого что ты говоришь. Нет нарушений.
ни в одном слоге из того, что ты говоришь, нету какого-то реального смысла. А к чему стоит прислушаться? Ты меня банить будешь, нет, за нарушение? Нет, я же говорю, фрериариста не было. Он оскорбил госсотрудника. Он оскорбил госсотрудника и улетел. Понимаешь, он сейчас уже и так отлетит надолго. Но по каким, по каким правилам я отлечу надолго? Ну, знаешь... По каким правилам я отлечу надолго? Скажи хотя бы сразу. Но на РП, но, хорошо, но на РП, эфир РП, правила обыска, возможно, вот возможно я сейчас узнаю у вышки, но как... А правила обыска мы даже с тобой не обсуждали, ты просто сейчас опять поставил правила обыска. Обсуждали. Но ты обсуждал это, но с кем-то точно не со мной. Ты решил зайти проверить. Ну да. Вот, это про нарушение правил обыска. Ты говоришь то, что ты так думал, то, что ты думал, это... А, то, что, ну, то есть за мента не нужно думать, да? Нужно делать все по правилам и еще думать, как бы ты сделал в реальной жизни. Обыска не было. Если отталкиваться от того, как правила написаны, как ты их хочешь, то обыска не было. Ты сказал то, что ты зашел, посмотри, не перебивай меня, у тебя вторая помеха этих... А, ты у меня пытаешься собрать нарушение, я правильно понимаю, да? Ну, помеха разборкам, у тебя вторая. А-а-а, вот оно что. Ну, еще раз говорю, ты... Ну хорошо, он мне выписывает ПГ. Но ПГ-то нету, я не стрелялся ни с кем. На демке же видно было, что я наоборот пытался сгладить углы. А погоди, ты, наверное, про нон-РП. Ты же говорил про нон-РП что-то. Ты ему не написал про нон-РП. 1,4 плюс 1,1 плюс 4,52210 стотысячных минуты. ПГ у тебя не было, это РП, вышка ответила. Вместо ПГ РП. А, хорошо, я себя сейчас забаню. Тогда последний вопрос задам. А ты не будешь дальше разбирать его нарушения, правильно понимаю? У него нарушения, еще раз говорю, не было. Ну, давай даже выпить. Ой, ну, все, кисрама. Смысла нету. Я пошел, можете не обсуждать это. Я услышал все, что мне нужно было. Ну, давай, окей. 1,4 плюс 1,1 плюс 4,52210 стотысячных минуты. Ты не в ГАМ, ты вот сюда смотри. Да я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня на руки, давай. Куда галстук, скажи, к тебе или от меня? Дальше я повторно переподаю жалобу, но теперь касаемо сразу нескольких игроков и нескольких нарушений. В первую очередь мне были интересны нарушения со стороны администратора, который разбирал мою жалобу. Эту жалобу со мной разбирал зам куратора Якут. Он уже несколько раз мелькал в моих прошлых роликах по Боброграду, ну и в принципе он меня консультирует, если реально какие-то спорные ситуации у меня во время игры возникают. Так вот, не поверите, мы разобрали эту ситуацию, и единственное нарушение, которое у меня реально весомое есть, которое он даже подтвердил, это нон-РП. Нон-РП заключалось у меня в том, то, что я начал грубо общаться с человеком, который вызвал на меня полицию. И это единственное нарушение за всю эту ситуацию у меня. Я не гинеколог, но это пизда. В таком тоне там кричал ему закрыть ебало и так. Это возможно да, но остальное как-то странно. Зачем мне бояться таких же, как и я, госов? Если я могу и пытаюсь с ними, ну, конфликт этот сгладить и объяснить, как все было. Мог, знаешь, как сделать, чтобы до тебя точно докопались? Сразу показать удостоверение, ну, то, что ты настоящий. А, я не удостоверение показал, я показал свою, как бы, экипировку, дубинку и так далее. Я при них человека уже сказал. Нормально. Да, нормально. Но я в самом начале, понимаешь, они когда забежали, они начинают там говорить, уберите оружие. Я же, понимаешь, я убрал оружие, говорю, ребят, все нормально, я такой же госслужащий, как и вы. Это же... больше нон-РП то, что он говорил, типа, о, ты сейчас отлетишь и так далее. Вот это МГ? Ну, не-не-не, угрозы жалобы можно тоже за нон-РП посчитать. Да? Да. Ну, беда в том, что они все так считают. Нон-РП, фир-РП и обыск. Да, нон-РП, потому что я с челиком, который на меня наклеветал, не в подобающем тоне общался за мента. Фир-РП, потому ладно, что я пойдет. Не слушал четырех человек, которые мне угрожают оружием. Возможно, но с натяжкой. А обыск точно нет. Ну вот. Так вот, смотри. Чё я нарыл? У этого Вагнера помеха разборкам. Первое. Потом, когда они говорили про мои помехи, он прям пытался пиздец как настакать у меня всяких нарушений. То ПГ, то фир-РП. То он мне говорит про эту, как его называют, про ввод в заблуждение, то, что я не сказал администратору о том, что я сделал также вызов, где говорил о том, то, что меня берут в заложник. А это, по их словам, оказалось очень важной информацией, но которую они
за всю жалобу особо не использовали. Только когда они сказали. В чем она важная, я хуй знает. Помеха. Короче, вот это вот у админа, как я понял, по твоим словам. 6.2b, 6.11, 6.9. Это кодекс? 6.11 кодекс, 6.9 не наказание. Подожди, за нарушение. 6.2b это бан. По незнанию. По незнанию правил. Давай ты будешь сейчас описывать ситуацию. Хорошо. Он выдал мне наказание по незнанию правил. Некоторые из нарушений были притянуты за уши. Одного из нарушений не было. И третье нарушение было вполне себе обоснованным. И было бы умно оставить только его, когда мне выписывали бан. Вот в чем заключается. Мне выдали за нон-РП, за ФИР-РП и за обыск квартиры. Я посоветовался с администрацией независимой, которая не относилась к разборкам. Описал всю ситуацию, предоставил демонстрацию. Мне на это сказали, что в ситуации, которую я показал, было, возможно, да, нон-РП, натянутая была ФИР-РП, и не было нарушений правил обыска. Теперь к самой ситуации, что я показываю. Итого, что мы сейчас уже в данный момент имеем. Чел, который на меня пожаловался, во время жалобы, когда я пытаюсь объяснить суть ситуации со своей стороны, когда я уже выслушал нормально того, кто подал на меня ЖБ, чел, который на меня пожаловался, начинает меня перебивать. После первого моего предупреждения о том, что если ты не прекратишь меня перебивать, я говорю, это будет считаться как помеха разборкам с твоей стороны. Он это услышал, предупреждение, 2 или 3 раза. Продолжил это делать, я сказал, типа, мол, фиксируйте, у него теперь также есть нарушение, а именно помехи разборкам. Администратор, который разбирал ЖБ на меня, это слышал, но вообще не принял этого внимания. Далее они уходят, магнитола и обиженный человек, на дискорд-демку смотреть, я в этот момент остаюсь один. То есть вся та ситуация, которую я сейчас описал, он ее видел от и до. Но если ты смотрел реально демку, ты видел все, что там творилось, все, что я описал. Ты на это благополучно закрыл глаза. Как только вы вернулись с просмотра демонстрации, ты начал мне озвучивать вердикты, приговоры и так далее. Ты не хотел слушать, что я хочу сказать свое оправдание. Это даже не оправданием, а объяснением того, почему я конкретно так или иначе поступал в той ситуации. Ты не хотел этого слушать. Я тебе сказал о том, что ты уже прямо нарушаешь кодекс администрации, и вы начали пытаться копать у меня как можно больше нарушений с целью слить или же выбить МРБ. И плюс 6.11. Да, это уже кодекс. У него несколько уже статей из кодекса нарушен. Позже объясню, какие. Из его уст было отчетливо слышно о том, что я уже сейчас улечу далеко и надолго. Ты это говорил, можешь не отнекиваться, у меня все на демонстрации записано от и до. Далее, опять же, в ходе разборок я пытаюсь объяснить, что происходит и почему я конкретно там поступал так, почему у меня нету ФИР-РП, но никого это не волновало. Я созвонился с одним из администраторов этого сервака, который выше стоит по званию, показал им демонстрацию. И было выявлено нарушение 6.2b, затем 6.9 нарушение правила, а также кодекс был тоже нарушен. К этому всему у меня есть претензии. Я сейчас вырушу точку мнения. Я бы посчитал это как на НРП у тех же сотрудников полиции, которые тебе угрожали. То есть они просто входят в квартиру и начинают сразу моментально угрожать оружием, без проверки даже какого-либо документа, удостоверяющего личность. Нет, вагон. Это очень лишнее уже получается. Их можно понять в том случае, что им пришел вызов. Они пришли разобраться. Они имеют право быть при оружии, так же, как и я. Но у меня претензия-то была в том, что чел, который на одном ранге со мной, такой же полицейский, не глава полиции, он отдает мне приказы. Единственное, о чем я говорил в тот момент, это то, что ты не можешь мне отдавать приказы, не буду тебя слушать. В тот же момент, когда там присутствовал СБГ генерал и КГБ, я их слушал, я с ними шел на диалог, но челик, который подал на меня ЖБ, он постоянно спамил в войс-чат одно и то же. Убери оружие, ты сейчас отлетишь, убери оружие, тебе 4 человека угрожают оружием и так далее. Уже как бы не то, что жалобу рассмотрели, уже демку рассмотрели и вынесли вердикт. Нужно просто, чтобы человек был, который, сделает вот это уже все. Всякие там выговоры пропишет и так далее. Ну и чтобы человек, которому выписывают, уже был в курсе этого дела и тут присутствовал. Ты чело угрожал жизни, так что летам так не будет. Вот. По поводу ФИР-РП... Ты что, спорить со мной сейчас будешь? Как раз таки. Смотри,
Вот ты говоришь, Анклав. Куда мне смотреть? Я не хочу с тобой говорить. Ты меня не слушал нихуя на той жалобе. С каких пор я теперь должен, с какого вообще хера я тебя должен выслушивать и вести с тобой диалог? Имеется. С каких пор я должен вести с тобой диалог, когда ты наплевательски отнесся ко мне на прошлой жалобе? Далее мне попой. Ты мне пересказываешь ту же самую жалобу, с какой целью? Ты говоришь, что это нон-РП. Ну, блядь, типа, он, смотри, он пришел с СБГ, как КГБ. Зачем ты мне объясняешь это? Каким-то... С какой целью ты это делаешь? Ты мне сейчас за это нарушение. Я пытаюсь... Как что? Я там нарушение? С какой целью ты это делаешь? Я тебе объясняю. Я не увидел нарушение в этом. Я сейчас за это предлагаю... Да, язык... Ты всю жалобу хуй забивал на то, что я имею претензии к человеку. Ты не хотел их разбирать вообще. Ты просто не хотел и все. Даже в жалобе говорил то, что я услышал. Нахуй ты это объясняешь? Я это только что пересказал. Не только о тебе, но и другим администраторам. Я чё, по-твоему, не помню, что я говорил 5 минут назад? Сказал это в то... Блять, как сказать? Каким, как бы, то, что это... Нарушение. Да, то, ты проигнорил нарушение и сам тем самым нарушил правила администрации. В чем там нарушение? Ты тупой? Скажи мне, я... нарушение. В том, то, что ты он тебе угрожал. Ты игрока. Ты не увидел нарушения очевидные. Я тебе дам такой совет на будущее, на всю жизнь запомни. Вагон. Если ты видишь сомнительное нарушение у игрока, сейчас, секундочку, уточняй у высшей администрации. Так все игроки и вся администрация делают. Вагон. Он не то, что не увидел. Я когда пытался ответить на вот это его, я там не вижу нарушения, говорю, ну не видишь, давайте я попытаюсь объяснить. Никто меня не хотел слушать. Сейчас он пытается теперь как-то выкручиваться. Нахуя, если твои нарушения правил администрации уже подтвердились? Зачем ты это делаешь? Ты еще раз, вот, да. Я не увидел нарушения. Бля, нет, он тупой, пиздец. Он беспросветный долбоеб, он не понимает, о чем идет речь. Твои нарушения уже подтверждены. Ты забил хуй на жалобу и разбирал ее только в одну сторону. Ты понимаешь? Это что ты соврал. То... Соврал? У тебя ситуация была. Ну, нет, в РП. Да, я понял, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, то, что я на человека вызов сделал, мол, меня в заложники взяли. Ты это объяснил тем, то, что я умолчал о важной инфе. Насколько же эта информация была важна, что ты ее упомянул только тогда, когда они стало известны, и потом ты о ней ничего не говорил. А напиши пиво, пусть степнется, объясни ему ситуацию всю. Типа, по правилам у него выходит два выговора и предупреждения. Что будет думать куратор? Тут уже как бы сейчас не буду я решать, ему сейчас объяснить ситуацию администратор, и куратор пусть думает. Ему, блядь, 14, сука, какие он может вот более-менее важные, основанные на чем-то решения принимать, сука, в таком возрасте? Голду пиво. Парюлька, бабушка, недорого. Пиво, пизды надо выдать, полетели ко мне. Так это тот, которому 14 лет. Да. Я еще его девушке писал, она это, нахуй послала, ебута. Расскажу небольшую историю о том, как не совсем адекватное поведение от этого человека уже было на самой стадии набора в админы. Он соврал просто-напросто, что ему 15, а не 14. На самом деле ему 14. Админы решили это выяснить и поняли, что он им напиздел. Короче, мне лень реально тебе что-то выдавать, так что просто снять. Ну, блять, он с такими знаниями правил, я вам объясню, он долго не продержится на администраторе. Подожди, а когда он стал на оператора вообще? По возрасту не подходит. Так я тебе и говорю, засчитай стажер, он недавно стал, еще неделю не прошло. Пиздец, ну это тогда объяснимо. Вчера, позавчера. А. Ангот собак. О, так. Эх. Жил как оператор и умер как оператор. Да, тут еще такой прикол, то что у этого челика, который на меня ЖБ подавал, у него ввод в заблуждение как раз был в том, что он объяснил, мол, я не хочу ничего делать, не буду и так далее. У него, как у донатного, будет еще плюс выговор. Я это только что нашел, увидел, понял по правилам, когда почитал ввод в заблуждение. Ну, этот, помеха разборкам. Массовое нарушение правил 1.24. А, блять, это два выговора. Чел, я почекал МРБ, за это тоже выговор. У него выходит, помимо недельного бана, еще и два выговора. Да. Снятие? Стоп, блять, в смысле? В смысле снятие? Неделя бана.
снятие, помеха разборкам X2, NRP X2 и метагейминг. У вас есть награды за выполнение заданий, блядь. Охуенная у меня награда и охуенные задания, кстати. Ты контент искал? Бля, какой нахуй контент? Ты чё, дебил совсем? Для видоса? Итак, ребята, это уже кульминация 19-й проверки администрации на Боброграде. Итог такой, то что были сняты два администратора. Один из них донатный модератор, другой наборный оператор. Донатер вообще заработал сверху снятия, еще и массовое нарушение правил и улетел на неделю. Некоторые из вас напишут в комментариях то, что они, казалось бы, не сделали ничего такого критичного, но мне кажется, если бы вы оказались на моем месте, вы бы негодовали намного сильнее. Помимо этого, в сравнении с прошлыми героями проверок, эти ребята просто не успели дослужиться до каких-то высоких постов в администрации. Хотя эта ситуация тоже, казалось бы, нихуя себе. Один челик наборный не знает вообще правил, непонятно как прошел, так еще и напиздел при наборе, попал на пост оператора и решил объединиться с донатером, чтобы слить какого-то челика. Другая донатная обезьяна решила просто вызубрить правила и потом пытаться на разборке челиков сливать с сервака, которые ему чем-то не угодили. В нашей же ситуации достаточно было того, что я просто не пошел у него на поводу, не начал его слушаться и подчиняться с первых секунд нашего диалога. Оказывается, этого достаточно, чтобы поджечь жопу какому-то долбоебу. Но что-то общее у меня все равно есть в каждом ролике, где слетает какой-то администратор или же кто-то получает пиздюлей. А именно то, что на протяжении почти всех жалоб с самого начала ко мне относятся как к недочеловеку какому-то или же игроку второго сорта. Никакие ни аргументы, ни факты, ничего им не нужно, просто а нахуя тогда я тут присутствую? У меня всегда возникает такой вопрос. Но это все происходит ровно до того момента, пока я не выключаю voice mod. Возвращаясь к моему вопросу, который был в начале ролика, я думаю, пока вы смотрели этот видос, вы уже подумали над ответом и можете озвучить его в комментариях. Итак, спустя полгода вы посмотрели 19-ю проверку администрации, которая была снята на моем сервере Боброград. IP и группа ВК будут в описании, если вы вдруг захотите зайти поиграть. Помимо этого, у нас на Боброграде проводится набор в администрацию. Если вас заинтересовал сервер и вы хотите помогать его игрокам, то вам сюда.